мы стране с вами живем? Мы живем в стране России. А кто же президент в нашей стране? Владимир Владимирович Путин. А губернатор нашего Приморского края, Никита? Владимир Владимирович Милушевский. Молодец, умничка. А в каком городе мы живем? Находке. В городе Находке, хорошо. А вы бы хотели, мечтали бы стать президентами? Да. Мечтали, умнички, молодцы. Сядет на подушке только тот, кто придумает словосочетание со словом «Россия». Артем. Российский герб. Герб российский, садись. Российский гимн. Гимн российский, так, Сережа. Российские сладости. Сладости российские, так, дальше. Российская. Русское можно. Солнце российское, так, еще. Российские военные. Русские военные, так, еще. Российское небо. Небо российское, еще. Максим. Российские матрешки, молодец какой. Российские облаки. Советский памятник. Российский город. Город российский. Я российский. Молодец. Российская картина. Картина русская. Надо еще. Российское солнце. Солнце, так, или? Кто? Вещь российская еще. Ох ты. Люди российские, садись. Какие климатические зоны разделены у нашей страны? Алина. Степь. Степь. Тайга. Тайга. Смешанный лес. Смешанный лес, Настя. Тундра. Тундра, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, а какие растения растут в тундре? Мох. Мох. Еще? Тупиковые деревья. А в тайге какие деревья растут? Кедр. Сосна. Сосна. Ёлка. А в смешанном лесе какие растут деревья? Хвойные. Хвойные и? Лиственные. Лиственные. Молодцы, умнички. А в степи что растет? Грибы. Кто? Степи. Грибы? Угу. Еще? В степи растет чай. Чай. Настен. Шино. А вы знаете, какие национальности живут в нашей стране? Россияне. Россияне, молодец. Так, ну давай, Тася. Оп. Немцы. Немцы, умничка. Аня, лови. Татары. Татары. Рома. Оп. Башкиры. Умничка. Ну-ка, Алина. Эскимосы. Молодец. Чукчи. Чукчи. Индейцы. Алтайцы. Башкиры. Молодец. Ну, если они в гости приезжают и остаются у нас жить, тогда уже они становятся россиянами. Тельмени. Ну, давай, Артем. Татары. Сингапурцы. Ой, это уже ты балуешься, не надо, Никита. Чеченцы. Чеченцы, хорошо. Владик, ну все, последнее. А вы бы мечтали быть президентами нашей страны? Да. Мечтали бы быть. А давайте немножечко представим, что вы стали президентами нашей страны. Что бы вы хотели изменить, переделать, а может быть что-то новое выпустить? А может быть какие-нибудь... Сейчас подождите, подумайте немножко еще. Если бы я был президентом, я бы сделал так, чтобы... В садике можно было носить компьютеры и давали садик мороженое. И чтоб каждый день к нам приезжали автобусы, возил на море. Летом. Вот поэтому я и хотел стать президентом. Если бы я была президентом, я бы изменила в детском саду, чтобы был бассейн, и купаться в этом бассейне. Вот поэтому я хочу стать президентом. Если бы я был президентом, я бы такой закон сделал, чтобы строители переделали всем дома, чтобы дома были высокие и красивые. Чтобы нам сделали новые дороги и не было на них ям. Так подумайте, кажется, если бы я была бы президентом,
Я бы создала бы такой закон, чтобы вместо домов у людей были замки, чтобы в крышах домах стояли цветы, чтобы на всех домах были видеокамеры. Зачем? Чтобы детям можно было одним гулять. Чтобы было много парков, где дети гуляют. Пойдите домой. Много театров было. Если бы я был президентом, я бы такой создал закон, чтобы в городе было, чтобы было побольше цирка, и в садике, чтобы было много площадок и отдельные квартиры. А зачем тебе отдельная квартира, Владимир? Я сам хочу. Чтобы у тебя была своя? Отдельная комната. Когда я вырасту, я стану президентом. Я создам такой закон, чтобы каждый день были праздники. И еще, чтобы всегда нам разрешали одним гулять в садике. Вот поэтому я и хочу стать президентом. Я хочу стать президентом, потому чтобы не воровали детей, и чтобы драки никакой не было. И вот поэтому я хочу стать президентом. Если бы я стал президентом, я бы такой закон создал, чтобы бабушки и деды не умирали, а дольше жили и никогда не умирали. Чтоб фабрики делали не просто лекарствами, а омолаживающими лекарствами. Вот поэтому я хочу стать президентом. Я хочу стать президентом, чтобы создать такой закон, чтобы машины были электричками, были камелами, и чтобы не было границ. Когда я вырасту, я хочу стать президентом, чтобы создать такие машины, которые могут ездить, не загрязнять город, и создать такие ковры, которые не будут скатываться. Тут каждый день в садике было уютно. И здесь приносили после сна мороженое. Поэтому я и хочу стать президентом. Я хочу стать президентом, потому что чтоб не убивали зверей и убили их. И чтоб город был бесплатным. Вот поэтому я хочу стать президентом. Если бы я была бы президентом, я бы создала бы такой закон, чтобы летом детей из детского сада возили в Диснейленд и покупали бесплатное мороженое. Я хочу быть президентом, потому что, чтобы бабушки и дедушки ходили богатыми и много зарабатывали денег. Я бы сделала так, чтобы все на земле были добрыми и не дрались. Я хочу стать президентом, чтобы я создала такой закон, чтобы в садике было много детей, а в школе еще больше детей, чтобы они хорошо учились и давали книжки бесплатно. Если бы я был президентом, я бы сделал так, чтобы были дома из конфет. И всегда давали мороженое, только сладости. Сладости вредно есть.
Я хочу стать президентом, чтобы в садике у нас были качели, цирк, чтобы были вещи. И еще... Или камеры, чтобы никто не забрался к нам в садик ночью. Я хочу стать президентом, чтобы выпустить новые техники. И чтобы был такой закон, что машины не были дорого стоить. И чтобы давали мороженое с батончиком. Какие вам ответы вам больше всего понравились? Кого бы ты, Катя, выбрала бы президентов из наших детей в группе? Мне понравился ответ Юли. Юли. Алина. Алину? А почему? Настя, опусти руку. Потому что она умная. Ясно. Женя, ты кого бы выбрал у нас президентом? Славу. Славу почему? Потому что он мой друг. Ясно. Я выбрал президента Алину. Катю. А почему? Потому что... Наверное, потому что добрая, да? И всем всегда все помогает. Хорошо. Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что катит, короче, гипотенузы. А я говорю вам, хватит, устал я от этой обузы. Пара-пара-пара-пара, короче, гипотенузы. Устал я от этой обузы. Ах, встать бы на рассвете, убрать бы стол тетрадь. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят афины, войною пошли на Спарту. А я говорю, покинуть, хочу поскорее парту. Войною пошли на Спарту. Пара-пара-пара. Покинуть скорей бы Спарту. Слова упрямо эти я буду повторять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять. Говорим. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят. Раз, два, три, гори! Yeah!
вами проведем детка внимательно посмотрим. Не отрываю карандашик. Две клеточки вправо, одна клетка по диагонали влево, вверх. Влево, вверх. Собачка получилась. Собачка получилась. Да, это собачка.